Раз мы с вами работаем с презентациями, помощником презентации, как про внешнее воображение, да? Как про некоторый рефлектор, зеркало, через который можно, собственно, превращать вот это вот вроде понятное, а на самом деле непонятное. Самое главное, с этой иллюзией побороться, что вроде все понятно, на самом деле ничего не понятно. Начнешь писать, станешь ясно, что ничего не понятно. С воображением поработать. И это всегда такой цикл, всегда вперед-назад, это никогда с первого раза не получается, это понятное что. Презентация, опять же, это плохой митинг, в смысле, потому что очень свободно. Хочешь 100 слайдов сделать, хочешь картинку, хочешь видео вставить, вообще что хочешь. В этом смысле очень полезно себя искусственно выставлять дизайн-констрейнты какие-то, да, то есть заставить себя написать презентацию, которая 10-20-30, или заставить себя вообще в plain text написать одно предложение на строчку и такого рода презентацию сделать. Да? Понятно, что чем жестче дизайн-констрейнт, в которых мы работаем, тем эффективнее, но и больнее тебя проталкивает твою идею, значит, в мир. И это большое поле, по которому интересно думать, но мне очень хотелось эту мысль для вас донести, потому что ровно эта мысль позволила мне через 5 лет делания презентации и отношения к ним достаточно уже такого циничного и в общем, печального, снова их полюбить. Полюбить как средство, которое помогает мне выразить мысль, как средство, которое помогает мне придумать, как взаимодействовать с аудиторией. Этого нам, ну, по крайней мере, я сейчас говорю про нам, в мануфактуре не хватает. У нас всегда отношение было к ним как к... Лучше без них обойтись, мы вообще этого делать не умеем, но как бы надо, черт, заставили, надо нарисовать. И это полная фигня, потому что они помогут вам думать, научиться. Хочется в этом. Два человека, да, мы про них уже говорили, вот здесь ссылочки, я вам пришлю адрес на всю эту, ну, на всю эту презентацию. На одной из его лекций, на документальный фильм про Temple. И, собственно, на этом, наверное, можно разговорную часть завершить. Я с удовольствием на всякие вопросы отвечу, на которые я не смог ответить. Там, типа, какой шаг-лифт выбирать? Такую всякую. Ты обещал, что в конце подведешь итог от многих лет, да? А, я забыл. Ну, короче. Ну, я вот это хотел сказать. Я, ну, как это? Ну, все до этого, там, коровы и соловьи – это фигня, а главная мысль, чтобы... Я очень надеюсь, что вы сможете снова полюбить этот процесс, кто-то снова, кто-то первый раз писание презентации, полюбить его как крафт, как неизбежное взаимодействие и больное взаимодействие с медиумом, которое позволяет идеи из абстрактного внутреннего мира выдвинуть в конкретный и всегда очень какой-то корявый и внешний. А дальше все получится. Я в этом смысле очень благодарен Вове, который попросил меня это сделать, потому что через это он провел меня через боль, чтобы и свои мысли какие-то про это выразить, а значит их придумать потом. Это очень приятное было полуночное упражнение. У меня вопрос. Давай. В силу, опять же, специфики моей деятельности, что я не аккаунт, а клиент уже. А большая часть моих презентаций, которые я готовлю, они так или иначе связаны с отчетами. То есть большим способом показать, что типа, у тебя все хорошо, а вот здесь тебе нужна помощь, или здесь у меня все не очень хорошо, поэтому будьте готовы заранее. Есть какой-нибудь опыт или совет вообще, к какому случаю там, этого относится? То есть это тот случай, когда презентацию может делать не очень хочется, не нужно, потому что понимаешь, что ну, просто пересказывание какой-то информации. Они уже в этот момент знают все, что ты говоришь? Как правило, нет. Как правило, да. Нет. То есть они не знают, им интересно, как дела, и они говорят, ну, как правило, ну, там, КамАЗ следующий. Первое, ты говоришь про то, что у тебя все окей с KPI, потому что KPI в первую очередь, это их волнует. А если у тебя не окей с KPI, все остальное вообще не интересно. Интересно, как ты будешь решать проблемы. Понятно. А другая ситуация, когда все более-менее окей с KPI, ну, как правило, должна быть какая-то проблемка небольшая, которую ты уже знаешь, как решать. И дальше ты рассказываешь какие-то дополнительные ad-hoc вещи, которые им будут интересны, которые показывают тебя как менеджера, который не просто узко мыслит своими KPI, но делает что-то это. Вот
есть какие-нибудь там... То есть с точки зрения драматургии тебя интересует? Ну, может быть, да, потому что я все время тоже пытаюсь как-то... Я понимаю, что это получается, с одной стороны, достаточно сухо, потому что, да, вот на KPI, а вот такие я еще делаю проект. Какую-то вот общую такую мысль, там, вот как, да, как, какую здесь драму можно навязать, потому что, в принципе, вот для менеджмента это очень ценно, потому что, ну, люди все замороченные, сухие, которые целый день занимаются, в принципе, принятием решений и ничем больше. А, как бы, учитывая область, которой я занимаюсь, мне нужно от них получать как бы buy-in и новые инвестиции. Я не там не sales, не маркетинг, которым они по-любому будут давать деньги и внимание. Мне нужно получать это внимание. И вот очень хочется как бы очень эффективно использовать те редкие моменты, когда меня к ним отпускают. Ну, понятно, что нет такого сильного будет. Да, ну, я просто таких мысли, идеи, про мысли и методологии. Я недавно понял, что не зря годы маркетинга были проведены. Я понял, что вообще маркетинговая методология, она полезна. Ну, в этом смысле я к чему это говорю, что давай подумаем, как бы я про это начал думать, не знаю, к чему это привело. У тебя есть персонажи твои, да, целевая аудитория. У них есть что-то, ты хочешь, чтобы они что-то сделали. Например, денег, да, и заинтересовались, или еще что-то. Ну, и, соответственно, можно дальше какую-то драму построить, чтобы это случилось. Про более практические советы. Я вообще искренне верю, и у меня ни разу, меня, кстати, насколько я помню, ни разу не подводила эта концепция. Что надо людей сначала вывести вообще из себя. Вывести из себя не в смысле, что рассердить, а в смысле, что как-то из привычного «я знаю, что я сейчас увижу» модуса их вырвать. И в этом смысле на первом слайде до твоей KPI, до твоей адженды написать, например, фотографию поставить, если мы себя рамзим, какого-то конкретного человека и цитату от него. Который ты можешь там придумать. Не важно, можно искусственно это сделать. Да, да. И вырвать ее, потом можно вернуться обратно. В этот момент люди типа отвлеклись. Что-то происходит необычно. И это можно, ну, то есть это как бы хорошо вне зависимости от того, что дальше произойдет, на мой взгляд. То есть просто вообще вырвать людей, если от меня все приходит, откатывают, я принимаю решение. Второй момент, это. Я не знаю, как это сделать, но очень здорово находить канву общую того, что ты будешь рассказать. В этом смысле здорово было бы, если бы вот эта вот цитата, с которой ты начал, позволила бы тебе некоторый угол придать твоему рассказу про KPI, и как все нужно сделать, твоему рассказу про проблему, которую ты знаешь, как решить, и дальше всему остальному, что ты еще делаешь. Ну, у меня очень сложно все дальше, я не знаю, как перешить. Я, скорее, у меня такие базовые концепции видят, давай это по-человечему, и давай будем с этим индивидуально работать. И это не очень много сил требует. Ну, то есть, не особо много сил требует. Ну, то есть, надо, я не знаю, надо посидеть 3-4 часа, попробовать так все. Я пробовал делать на широкую аудиторию, надо сказать, получилось очень круто. Ну, для меня это был некий риск. Ну, поделюсь тоже опытом своим. В прошлом году, ну, как бы ежегодно проходит у нас Company Day, я работаю в Philips. Ну, это, представьте, огромная аудитория, где-то человек на 500, наверное. Ну, там собирается, не вроде на 500, там человек 150, потому что нас разделили по секторам. Достаточно большая аудитория, где присутствует, начиная от торговых представителей, региональных, заканчивая там general management. Мне нужно было сделать для них CRM-апдейт, ну, то есть рассказать про то, что мы делаем про CRM. Самая большая проблема, потому что, в принципе, никто не знает, что это CRM, даже маркетологи, они думают, ну, ты моя компания, это, наверное, CRM. Кто-то думает, что форма регистрации на сайте – это CRM, кто-то думает, что CRM – это вообще какая-то база данных, и непонятно, что у них хранится. Я вспомнил, наверное, наверняка многие из вас знают такой замечательный анекдот, типа маркетинг, словарь маркетинга. Про девушку, которая приходит на вечеринку, увидит кучу незнакомых парней, она хочет с кем-то из них провести вечер,
И там начинается, что если вы подходите к каждому парню и говорите, что с вами хорошо в постели, это ценовой демпинг. Если вы подходите к каждому парню, точнее, если каждый парень знает, что с вами хорошо в постели, то это узнаваемый бренд. Ну и вы можете в интернете просто поискать, там целая куча вот определений, там теневой маркетинг, пиар, черный пиар, вот на тему того, как девушка себя позиционирует на вечеринке, все перестает. Я сказал этот анекдот, я просто придумал то же самое продолжение про CRM, что девушка, которая заранее знает телефоны всех красивых парней в городе и знает их предпочтения в виде их постели, то ей не обязательно ходить на вечеринку, чтобы получить то, что ей нужно. Вот. Это как бы так раз позволило вырвать аудиторию. Всем очень доступно стало понятно, что такое CRM, в принципе. Дальше уже как бы очень хорошо пошло про KPI и про все остальное историю. Надо какую-то историю мне такую же придумать для менеджмента. Каждый раз я придумываю. Не, ну слушай, если я не знаю, как ты сейчас встречаешься, да, если можешь придумать отличную телегу, которая навсегда. Как вечно по всем отношениям. Да, и напоминатель. Напоминатель, как бы. Да, ну все, все же правильно. Придумай. Можно на серийную историю. Наша Маша, да? Серия следующая. Ну, да. Не, потом в конце же. Короче, история в чем? Я думаю, даже несмотря на то, что это сухие, руководящие, принимающие решения люди, на самом деле дадут им денег или нет, или сделают то, что больше не нет, в очень маленькой степени зависит от цифр, ну или не такой большой, как ты думаешь, а в большой от того, какой у них эмоциональный склад сложится в результате твоей презентации в процессе. И в этом смысле анекдоты. Это красивые картинки, которые человеческое общение. Персонально, я штучное произнес. Спасибо. Все, пойдем кофе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.